Россия занимает шестую часть Земли и расположена в нескольких климатических зонах. Ее природа многообразна и изобилует многими уникальными ландшафтами. Но сама по себе она не способна стать причиной массового приезда путешественников и туристов. Требуются целенаправленные действия. Их предусматривает федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Прежде всего будут сформированы туристическо-рекреационные кластеры. Будут создаваться на законодательном уровне благоприятные условия для развития предпринимательства в этой сфере. Особо охраняемые природные территории будут интегрированы в региональную экономику. Да, и кроме этого, программа предусматривает эффективное планирование размещения тех объектов, которые могут заинтересовать экотуристов, создание или организацию пространства для экотуризма, использование для этого прилегающих к экосистемам территорий, чтобы не причинять ущерб природе. Реализация проекта сохранения биологического разнообразия поможет увеличить количество особо охраняемых природных территорий федерального значения до 235. Площадь особо охраняемых территорий до 5 миллионов гектаров. Количество посетителей этих территорий до 10 миллионов человек в год.